Рассматривал. Очень много. А, дорого, да? Дорого. И, во-первых, чтобы поставить электрокотел, тут нужно постоянно подпитку или еще что-то. Должен соблюдаться определенное давление в этом котле. А воды тоже тут а только летняя, зимой нету. Система вся работает на автоматике. Вот стоит тепловое реле, набирает температуру, автоматически все выключается. Опять, если температура в помещении падает, опять все включается и идет отопление. Я доволен этими батареями и советую их приобретать.